Теперь комфортно, а главное безопасно. Активисты движения «Молодая гвардия» очистили ото льда парковку возле детского сада «Теремок». Вооружившись лопатами, молодогвардейцы вышли на борьбу со льдом. А чтобы дело пошло быстрее, они заранее отсыпали этот участок пескосолевой смесью, которую предоставила компания «Примавтодор». На очистку площадки возле детского сада им понадобилось пара часов. Помощь в этом хорошем деле им оказали и проходившие мимо родители воспитанников дошкольного учреждения.